расскажите, что же вы здесь делаете? Я пришел поддержать творческого человека, пришел поддержать рэпера Легалайза с новой его творческой работой. Слушайте, клево. Прикольно, когда люди развиваются в таких направлениях, которые объединяют в то же время рэп и романтизм. Романтическая медленная музыка в сочетании с таким, с очень конкретным рэперским напором, это всегда дает какую-то интересную затравочку для зрителя. Это круто. Поэтому мне работа понравилась. Я думаю, что у нее очень большое будущее. Какой из трех клипов вам больше всего понравился и почему? Да, я сейчас вам говорил про клип, который снимали в LA, про клип... Да. Остальные, ну, в принципе, ребята как на экране хорошо выглядят, так и работают на сцене прекрасно, поэтому... Каждый клип своей стилистики, каждый клип может... получить призвание своей публики, и я уверен, что так и произойдет. Тем более Legalize – это человек, который делает честную музыку от своего сердца. А это всегда зрителя подкупает. Как говорит Legalize, он очень не любит повторяться, и поэтому у него, можно сказать, такая новая тема – это тема любви. А какие темы у вас? Ну как не любит повторяться? Предыдущая песня «От любых невзгод стану стеной, у тебя укрою» – следующая песня именно об этом же. Это абсолютно нормально, когда у мужика есть посыл сказать любимой женщине, что она единственная, неповторимая и прекрасная. Это же круто. И чем больше песен будет в рэп-тусовке о любви, о каких-то светлых чувствах, тем лучше, на мой взгляд. Потому что сейчас все больше и больше появляется такого агрессивного рэпа, который тоже имеет право на существование. Но все-таки у каждого творческого человека должны быть песни, которые отражают его романтическую нотку. Legalize такой человек, и это круто. А какие темы больше любите вы? Какие темы больше люблю я? Беседовать могу с вами лично на разные темы абсолютно. Если говорить о творчестве, ну, мое творчество все направлено на, опять же, на прекрасный пол. Я как нормальный мужчина, конечно, пишу песни о девушках. Они меня вдохновляют, они заставляют меня переживать, они заставляют испытывать какие-то эмоции. Эти эмоции выливаются на бумагу, эти эмоции выливаются на клавиши. Получается музыка. А музыка заставляет жить. Спасибо.